час ненастный, в час ночной, взяв луны прекрасный свет, серебристый же ребенок явился на свет. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, королем своей земли стать должен он. Между тайных горных троп, сквозь туман лесных равнин, тихо мчится серебристый, гордый исполин. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, величайшим из великих станет он. Серебряный конь. Вместе. По мере того, как цивилизация постепенно вторгалась в горную страну, ее жители все чаще и чаще встречали людей. Вскоре выяснилось, что люди, как и звери, не похожи друг на друга и ведут себя по-разному. К сожалению, подобные уроки редко усваивают простаки, глупцы и упрямцы. Как я насмерть перепугал этого дикого жеребца. Дик мертвый глаз опять взялся за свое. Ты просто опасен. Однажды кто-нибудь с каплей мозгов точно запретит эти штуки. Ха! Это только через мой труп. А почему мы остановились здесь? Надо где-то поставить палатку. И потом, если мы пойдем дальше, то наткнемся на этого чокнутого старателя. Кажется, это те охотники, что в прошлом году ловили динго. Уверен, что Таура об этом не знает. Только я. Это очень важно. Отличные ягоды, Му. Просто замечательные ягоды, Хочешь еще? Я бы не отказалась. О, погоди, смотри туда! Храбрый стрела. Точно, у него важный вид. Очень важный, как будто он что-то знает. То, чего не знаем мы. То, чего не знаем мы. Стрела! Стрела! Стрела, как дела? Что новенького? Расскажи нам, что ты знаешь. Кое-что очень важное, жизненно важное, и у меня нет времени на болтовню. Я должен сообщить новости тем, кого они касаются. Так что с дороги, Эму! Так нечестно. Совсем нечестно. Он не должен таить от нас важное сведение. Именно. Мы имеем право знать. Мы должны знать. Давай незаметно пойдем за ним. Посмотрим, с кем он заговорит. Отличная мысль, Как и всегда. Что-то случилось. Чувствую своими перьями. Только посмотрите на этого нахального дурака Стрелу. Вышагивает так, будто он самая важная персона в горной стране. Стрела? Стрела? Куда собрался Стрела? Зря тратишь слова, ворон. Мой рот на замке. Я зря трачу слова? Я зря трачу слова? Мой добрый друг Стрела, я хотел добрый бы... Добрый друг! А не знаешь ли ты, кто только что совершил на меня ужасную и злонамеренную атаку в области хвоста? Кто? Я? Конечно, нет. Может, какие-нибудь гадкие осы? Может быть.
Что тебе нужно, ворон? Есть ли новости, какие-нибудь слухи, которыми ты хочешь поделиться? Ха-ха, я не так глуп, ворон. Если я тебе скажу, ты украдешь мою славу и все расскажешь Бролге. Нет, это мой секрет. И я поведаю его лишь тем, кому его действительно надо знать. Кто же это? А, это миссис... О, нет! Так легко ты меня не проведешь. Лети-ка отсюда и шпионь за кем-нибудь другим. Миссис, миссис, миссис... Проклятие! Кто? Кому и что он хочет рассказать? Спасовать перед этим самовлюбленным ослом? Да никогда! Миссис, миссис... Миссис Динго! Миссис Динго! Я догадался, глупец! Миссис Динго! Я найду ее первым и расскажу, что есть новости! Я украду твою славу. О, нет! Он найдет ее первым! Кто найдет ее первым? Кто кого найдет первым? Ворон, миссис Динго! А ворон что-то знает? Нет. Но он мог догадаться. О чем догадаться? Да, стрела! О чем? Ну, это уж нет! Я ничего вам не скажу, пока не увижу миссис Динго. Тогда мы тоже ее найдем! Да, скажем ей, что у тебя секрет! О, нет! Они еще хуже, чем ворон! Стрела знает секрет! Очень важный секрет! А, да, секрет! Очень важный секрет, касающийся вас, миссис Динго! Хорошо, это мы уже поняли. Стрела знает секрет, касающийся миссис Динго. Но может ли кто-нибудь сказать... Что за секрет? Ну, я думаю, это... Секрет особой-особой важности. Точно, секрет особой важности. Но если бы мы его знали, это не был бы секрет. О, да. О, нет, они все уже здесь. Болтают, как шуты с миссис Динго. Вот и я. С важными новостями для вас, миссис Динго. Я уже знаю. Знаете? Что вы уже знаете? Что у тебя есть какой-то секрет, очень-очень важный. А, и это все? Да, миссис Динго, я приношу самые важные вести. Я узнал, что случилось. Я понял, как это важно. Только я и никто другой знает об этом. И я, а не Таура, оставил свои дела, чтобы сообщить вам об этом. Хорошо, так что же случилось? А? Ну, охотники вернулись. Охотники, которые были здесь в прошлом году и ставили капканы на Динго, но у них ничего не вышло, потому что старатель... Эти охотники. Да, эти охотники. Большое спасибо, что предупредили нас, Стрела. Тогда мы все были в большой опасности, я пущу слух. Молодец, Стрела, это действительно важно. Значит, вернулись. Я скажу боссу. Постойте, не будем спешить, пока не выясним все до конца. Стрела, это важно для всех нас. Сколько там было капканов? Где они расставлены? Сколько всего охотников? Где они сейчас? Но я не успел выяснить. Я не знаю. Я не забиваю голову мелкими деталями. Они вернулись, и это главное. Я должен был как можно скорее сообщить новости. Если скоро, по-твоему, это вышагивать, как будто тебя... Довольно, ворон. Нужно, чтобы кто-нибудь вернулся со стрелой и узнал все про этих охотников, их планы, цели и что они задумали тоже. Ворон, получается шпионить? У меня шпионить? Ну что ты, нет, Бенни, ты меня, наверное, случайно с кем-то перепутал. Я с удовольствием полечу. Но мой хозяин, Бролга, дал мне очень важное задание. Что тут за шум? Кончайте споры. Нужны дела, а не разговоры. Я сам в дозор пойду со стрелой, а ты, коль не трус, лети со мной. Ну, дело в том, что Бролга, конечно, будет в ярости, и, скорее всего, мне это даром не пройдет. Но пусть никто не скажет, что у ворона нет чувства гражданского долга. О, храбрый ворон! Браво, ворон! Настоящий герой!
лучше. Отсюда у меня будет отличный обзор. Их точно здесь нет. Наверное, ушли. Думаю, это была ложная тревога. Можем возвращаться. Да, нечего тут околачиваться. Они ушли, возвращаемся. Уйти и все бросить они не могли. Ставить капканы, наверное, ушли. Верно подмечено, Мопок. Я думаю, нам надо искать охотников и узнать, где они ставят капканы. Вы летите вперед и предупредите меня, если они будут слишком близко. Да уж, ну и денек сегодня. Нет конца посетителям. Как дела, Таура? Я немного беспокоюсь. Охотники вернулись. Я слышала. Уже слышали? Да, Стрела предупредил меня. Стрела? Да, Стрела. Он был преисполнен собственной значимости. Но не волнуйся. Мы настороже, если что, заметим опасность. И будем держаться подальше от капканов. Думаю, в этот раз им нужны не вы. У них другие капканы. Они больше похожи на клетки. Я случайно услышал. Ты говоришь, клетки? Привет, Бенни. Да, они выглядели так. А мы послали со Стрелой Мопока и Ворона, чтобы поглядеть, что происходит. Они могут попасть в беду. Не знаю, что нужно этим людям, но ты прав, нужно их предупредить. И все равно они могут охотиться на Динго. Миссис Динго, лучше оставайтесь с детьми здесь, на всякий случай. Идем, Таура. Нам надо спешить. Иду. Удачи. Форма у этого куста. Посмотрим поближе. Пожалуй, нам лучше не подходить. Охотники рядом, все может быть. Нам волноваться не о чем. Ведь караулит Стрела. Ты забыл? Капканы искать — вот наша задача. А риск посторонний грозит неудачей. А, ну не будь же таким занудой, Мопок. Идем. Еда? Смотри, Мопок, ты только погляди на это вкуснейшее угощение, которое только и ждет, чтобы кто-то пришел и скорее съел его. Нам нужно осторожность соблюдать. Еды такой вот я не стал бы брать. Ну, где твоя жажда приключений, старый мокрохвост? Я голоден. Наверное, придется все съесть одному. Я знал, что ты не устоишь. Вот смешно. Здесь же что-то привязано. А? Что? 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 Что это значит, Мопок? Как нам теперь отсюда выбраться? В ловушку заманил нас чей-то гнусный план. Нам не уйти, пока не отопрут капкан. Что? Что? Мы не выйдем на волю? Будем сидеть здесь вечно? Помогите, помогите. На помощь! Кто-нибудь! О, неплохо, ребята! Большое спасибо! Спаси нас, храбрый, мудрый, сильный Стрела! Да хватит вам дурака валять! Я не могу все делать один! Вылезайте оттуда и помогайте мне искать капканы! Я уже с ног валюсь! Да мы уже в нем сидим, тупица! Ну да, конечно! Представляю, как туда лезет Динго! Все, выходите! Шутки кончились! Займитесь делом, быстро! Если бы я мог крикнуть его прямо в мозг! Мы должны были прийти. О, да, должны были. Столько всего происходит. Да, слишком много всего. Мы не могли пропустить новости. О, да, мы должны были знать все. А что это? Это что-то похожее на куст с ягодами внутри. Да. Ягоды. Ягоды. Попробуем? Конечно. Почему,
ворон и мопок сидят в чем-то похожем на куст. Наверное, в чем-то похожем на куст были ягоды. Что-то похожее на куст! Хватит разносить сплетни, немедленно остановитесь! Дорогие Эму, не были бы вы так добры, чтобы найти моего любимого хозяина Бролгу, который, я уверен, уже тут неподалеку. Видите ли, мы с моим добрым другом Мопоком внезапно оказались запертыми в этом месте чем-то... Похожим на куст? Да, чем-то похожим на куст. И мы хотим отсюда выбраться, а этот бесчувственный троглодит совершенно не способен что-то сделать. Эй! Это ты обо мне так грубо отзываешься? Конечно, о тебе, самоулюбленный кретин. Что вы стоите, Эму? Идите, найдите Бролгу. Он не оставит своего старого друга сидеть взаперти. Идите. Идите! Хорошо! Вот как. Тогда и я пошел. Не желаю слушать оскорбления. Пусть я даже и не знаю, что значит этот троглодит. Не я виноват, что мы не нашли ловушки и охотников, и что вы сидите в кусте. И я не собираюсь ждать, пока явится Бролга и разорвет меня на куски. Пока! Почти уже пришли, могучий Бролга. Приятный день для прогулки. Да, просто замечательный день. И очень красивая местность. Да, одна из красивейших, никаких сомнений. Лучше, чем любая другая. Да замолчите уже вы. Мы молчим. Ну, конечно, а как же? Мы же можем молчать, правда? Мы будем немы, как рыбы, ни слова. Вы здесь, мой могучий повелитель. Хвала небесам, что вы пришли спасти меня. Так. И что у нас здесь? Мы случайно попали в затруднение, о величайший. О, какая трагедия! Такой замечательный шпион! И такой многоуважаемый мопок там! Ха-ха-ха-ха-ха! Ничего удивительного! Любопытному ворону прищемили клюв! Сам попался? Пусть сам и выбирается. Что? Так нельзя! Как вы можете? О, вернитесь, могучий Бролга! Мопок! Ворон! Где вы? Отзовитесь! Ау! Мопок! Ворон! На помощь! На помощь! Скорей! Ворон! Держитесь, мы идем! Таура! Мы здесь! Сюда! Беда! Вот они! Радостное зрелище! О, Таура! Ты к нам примчался быстро! И Бенни тут! Освобождение близко! Ого! Что же с вами случилось? Сидим мы в клетке взаперти и очень просим нас спасти. Вытащи нас отсюда. Мы хотели предупредить вас об опасности, но я вижу, что мы опоздали. Извините, мы попробуем что-то придумать. Думать. Мне кажется, Таура, этого недостаточно. Окольцевать бы твой болтливый рот. Прячьтесь скорее, сюда кто-то идет. Тук-тук-тук. Посмотрим, что тут у нас. Филин. За него дадут неплохие деньги. Молодчина, дружище. Редкая птица. Жаль, что он не привел подружку. Этот ворон только зря занял место. Их здесь полным-полно. Кому он нужен? Но тут мы хотя бы кого-то поймали. Остальные ловушки пустые. Давай вынем клетку из куста и отнесем к палатке. Мы должны их спасти. Но как? У тебя есть мысли, Бенни? Увы, пока что нет.
Тебе вечно приходится спасать стрелу, Таура. Причем в самый неподходящий момент. На этот раз момент подходящий. Смотри. Эй, сюда, стрела! За мной! Эй, осторожно, кенгуру! Стрела, мы должны спасти Мопока и Ворона. Забудь о них, спасай меня. А я что делаю, Стрела? Смотри, эхо. Интересно, где их хозяева? И что они тут делают? А, ну теперь нам конец. Это тот, кто гонялся за Таурой, он точно нас убьет. Судить не стоит так поспешно. Хоть опасения есть, конечно. Мопок, Мопок. Что? Охотники? Как же это недостойно ставить капканы на зверей. Ну-ка, ребята, летите отсюда. Добрый поступок за день, эхо. Лошади, наверное, давно уже убежали. Этот второй был похож на серебряного коня. Но это мог быть только призрак. Мы же видели, как он прыгнул с обрыва. Вперед, малыш. Спасибо всем, что помогли. И человека привели. Без вас сидел бы я в плену, забыв про горную страну. Не за что, Мопок. Вообще-то эта стрела подал мне мысль. А? Ах да, конечно. Ты должен рассказать нам все сначала. А, кстати, где ворон? Не знаю, да и думал мало. Исчез, как будто не бывало. Как всегда. Так Таура, благодаря невольной помощи стрелы и доброте человека, спас Мопока и Ворона. И по горной стране быстро разнеслась весть о новой опасности. И она еще не кончилась, потому что охотники не ушли. Автор сценария Джон Стивенс и Джуди Малмгрин. По книге Элайн Митчелл «Серебряный конь». Композитор Тасос Иоаннидис. Продюсеры Колин Джей Саут и Джон Татулис. Режиссер Джон Татулис. На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу ГТРК «Культура».